Всем привет! Привет! Я иду подкрашивать, вернее, тонировать волосы. Как, посмотрите, как красиво. Осень. Тонирую в течение 6-8 недель. Вот. Поеду я на автобусе. Покажу вам. Еду немножечко раньше на мой appointment, но потому что хотелось повезти куда-нибудь в интересное место, может, кофе попить. То, возможно, будет дождь. Мельбурн такой, что возможно, его вообще и не будет, но посмотрим. Надеюсь, что не будет. Кафешечку где-нибудь здесь подожду и потом пойду делать волосики. Так, ничего я там не нашла. Вот, а нашла я по интернету вот это кафе, называется Матча. Это у нас almond butter cacao latte. Выглядит аппетитно. Не могу вам показать, что вот там вот за пальмами. Может быть, когда Джошка меня заберет, вот, мы проедемся на машинке и я вам покажу. И вот я в моем любимом салоне. Бич. Красивые, натуральные, свежие. Мне очень нравится. А жду Джошку. Он должен заехать за мной. Красивенькие мои волосики. Красивые, Абби. Thank you. You too. Love it, love. Ребята, короче, дождик все испортил. Я не взяла зонтик. И мы поехали по другой дороге. И все, короче, в следующий раз я вам покажу. Спасибо большое, что провели день со мной. И пока!